Во время пресс-конференции президент Байден сказал, кроме всего прочего, о том, что мы работаем с партнерами, чтобы передать танки и далее по тексту, передать танки на немецкие танки или танки, которые есть в наличии у Соединенных Штатов. Это довольно сильно бы помогло Украине переломить ход войны и ускорить контрнаступление. Я боюсь, что это манипуляция. Манипуляция, к сожалению, не подтверждающаяся фактами. Дело в том, что вы помните, несколько недель тому назад были переданы Украине несколько десятков чешских танков, получивших модернизацию действительно американских заводов. Но даже непонятно, на американских заводах или на американских базах. Возможно, даже это произошло не на территории Соединенных Штатов Америки, а на территории, возможно, военных баз Соединенных Штатов Америки в Германии или в каких-то других местах. Возможно, они даже не покидали территорию Европы. Но вот, несмотря на то, что танки являются чешскими, Пентагон включил в свои собственные списки эти танки, якобы поставок танков со стороны Соединенных Штатов Америки. Увы, это манипуляция. Конечно, модернизация этих танков важна, она необходима, она полезна, за это мы все благодарны американской стороне, но все-таки это чешские танки, и это Чехия их предоставила, не Соединенные Штаты Америки. Поэтому, так как была построена фраза у Байдена, это может означать, как, впрочем, как отсылка к тем танкам, которые уже были поставлены, либо же к тем танкам, вот этим чешским танкам, либо к тем танкам, какие могут быть поставлены в дальнейшем, но происхождение которых будет сопоставимо с теми чешскими танками. Решение о поставок американских танков, тех же самых Абрамсов, либо согласие Соединенных Штатов Америки на передачу немецких танков, таких танков, как Леопард, в Украину. Об этом мы пока еще ничего не видели, не слышали, и, судя по всему, решение такое сейчас еще не принято.